Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Ну и как мы видим, турнир закончился. Давайте забирать свой приз. Ага, Лига Сёгунов, две звезды, отлично. И смотрим, что нам здесь достанется. Так, 7000 сюрикенов, замечательно. 30 ДНК Супер Шреддера. Слушайте, это маловато, да? Нужно 70, по-моему. 80 золотых осколков и 35 платиновых. Ага. Давайте-ка зайдем в магазин, заберем сразу колоду. Ой, я уже как в этом, в Shadow Fight чиркаю. 80 сюрикенов и 5 долларов. Никакой карточки, к сожалению, нам не выпало здесь. Ну и давайте перейдем тогда мы с вами в список. Ага, вот у нас что. У нас Змея Карай и Паукус готовы прапаться. Причем на 5 звезд. Слушайте, но у нас не хватит. Да, у нас не хватит мутагена, потому что здесь нужно 10 тысяч, а у нас всего 2600. Придется копить. Никуда не денемся мы от этого. Ох ты, давайте-ка мы задание на осколки сделаем. Посмотрим, кто нам здесь достанется. Отличную мне дали команду. И я только рад. Смотрите, у нас Леонардо, Рафаэль и Железная Голова. Хотя он не очень хорошо раскачан, но тем не менее. Давайте мы быстренько забомбим, да? Отлично. Первая победа за нами, вторая и третья. Три победы у нас всего здесь получится. На четвертую, как вы знаете, не получится, потому что 80 уровень врага. Мы с ним элементарно не справимся. Но, тем не менее, мы получаем 8 осколков, плюс еще сейчас получим. И сегодня мы начинаем, ну, как обычно, ребята, с лиги. Мы будем сегодня лигу с вами шуршать. Кстати, вы пишите в комментарии, ребят, нужна ли вам вот эта вот лига прохождения, как я начинаю с нуля, или все-таки начинать показывать, где я уже серьезные такие бои. Мне это нужно знать, как говорится, чтобы распределить время по видосикам. Так, ну что, последнюю победу сейчас мы, надеюсь, одержим, да? И все у нас будет замечательно. 16 осколков, это вам не хухры-мухры. И 8 золотых. Поехали в бой, я ставлю на автобой. Сейчас они быстренько разберут. И мы с вами отправимся уже на лигу. Посмотрим. Кстати, надо посмотреть, какие у нас еще будут эти события на этой неделе. Ну давайте, давай. Ну что ты, ну Рафаэль, ну ё-моё, ну в самом деле. Мог бы просто бомбануть его, да и все. И никаких проблем бы не было бы. Так, пинка ему. Давай. Отлично. И добив... Нет? А, он сопротивляется. Добивочный. Все. Мы с вами получаем 8 золотых осколков, и на этом мы с вами успокаиваемся. Мы будем с вами двигаться дальше. Ну давай, давай, хорош, хорош тут уже теребунькать. 8 золотых осколков, как я вам говорил. Все, здесь нам больше ловить нечего. Нам сейчас главное накопить. Ну, вряд ли у нас, конечно, получится. Хотя, кто его знает, 10 тысяч мутагена это не так уж, в принципе, и много. Если начать проходить лигу. Слушайте, а давайте-ка еще, знаете, что посмотрим с вами. Сейчас, секунду. Ох ты, смотри, у нас здесь будет разыгрываться кожеголовый. Кстати, у меня тоже его нету. И это будет хорошо, если мы его заработаем. Сейчас я зайду в список. В список своих героев. И хочу посмотреть на Супер Шреддера. Ой, его тут даже рядом нету. Ну да, ребята, 70 ДНК нужно. Мы только с вами заработали 30. Да. Не густо. Нужно еще 30-ничек и 10. А когда он в следующий раз выпадет, фиг его знает. Думаю, что не скоро. Давай глянем, что у нас по испытаниям. Городская война, тени на солнце и мани-майки. А, мания-майки. Мания-майки, ясно. Значит, здесь будет Микеланджело, да, разыгрываться? Ну да, так и есть. А тут все. Кстати, нам нужно будет золотую, о чем я думаю? Морозильную кошку выиграть здесь. Для того, чтобы этого героя открыть. Мне не хватает, если не ошибаюсь, 3 ДНК всего. Сейчас я лично посмотрю. Да, мне не хватает ровно 3 ДНК, чтобы открыть этого персонажа. Кстати, у Саги тоже 12 ДНК. Блин, все около того, чтобы открыть, и в то же время так далеко. Ну ладно, у нас сейчас две основные цели с вами. Это прапать Карайку и Паукуса. На двоих нужно 20 тысяч мутагена. Это очень много. 10 тысяч еще ладно, но 20 это уже как-то крепко. Ладно, идем с вами на турнир.
на турнир и в бой, как всегда. Лига воинов у нас, и давайте-ка мы с вами определимся. И это будет у нас... А тут любых можно выбирать, они практически все... Нет, не все, смотри-ка, здесь 17-15 уровень. Хм. А я, наверное, вот с этих начну. Да, почему бы и нет, 13 уровень, да? И мы начинаем вот с наших ребятулек. Вперед, как говорится, и с песенкой. Такой довольный. Эй. Ну давай, давай. Радуйся, пока есть возможность. Слушай, не то мы сделали, да? Немножко. Пит, надо... Точнее, не Пит, а Лео. Нам нужно вот бомбашить Леонардо. Ой-ой-ой, сейчас будут хиляться. Ну, естественно. Ну как же без подхила? Он, в принципе, для этого тут и взят. Хе-хе-хе! Не надо так вот шутить больше, Рокстеди. Теперь я думаю, что будем мы Рокстеди с вами разбирать. Давай еще разок бомбань. Ой, все, он готов. И остается у нас только нейтрализатор. Мы его сейчас тоже быстренько забомбашим. Все, без проблем. Хоп-хоп-хоп-хоп, станцевал Рокстеди. И довольный такой, счастливый. Ну что же, а мы с вами продвигаемся дальше. Это только начало, это только разминка. Ну что, воин 2 звезды уже есть. Это тоже показатель, хоть какой-то. Двигаемся дальше. И здесь мы будем с вами выбирать. Хм, вот либо-либо. Я хочу взять... Они практически одинаковые. Тут разница только в одном герое, да? Здесь Бакстер, а здесь Ванька. Ха. Я лучше возьму, где Ванька, наверное. Хотя... Бакстер тоже неплох. Давай вот так вот сделаем. Я думаю, что разберем. Должны мы здесь с вами умудриться. Эй, опять довольный такой. Должны здесь разобраться и, в принципе, должны без проблем все это сделать. У меня же все-таки Лео Космос, как-никак. Смотрите-ка, у меня Микеланджело наносит усиленный урон нейтрализатору. Странно, не знал. Хорошо, давай попробуем тогда его вот так еще наказать. А вот Леонардо почему-то, наоборот, пониженный урон бьет. Слушай, Бибоп повышенный, как-то странно здесь немножко у нас распределяется удары героев по другим героям. Ой-ой-ой-ой, тихо, Ваня. Ванюша, не кипишуй. Так, добиваем, наверное, да? Отлично. И берем в оборот Леонардо. Я думаю, что все, ему хана. Да что ж такое-то? Крепкий малый. Ну куда ты, Ванюша, свои кулачки-то тут распетрушил, а? Иди-ка отсюда. К себе туда, на базу. Откуда ты вообще пришел? Откуда он вообще пришел, а? В этот мультик, Ваня-то этот. Тем более, я так понимаю, что это какой-то русский персонаж. И звать его Иван. Да явно русский, елки-палки. Ну, ладушки. Главное, что мы накрыли. Накрыли их медным тазом и двигаемся с вами дальше. Пока нам очень мало дают мутагена. Очень мало. Воин 3 звезды. Продолжаем. В бой. Здесь мы с вами будем, наверное, все-таки газовать вперед. И начну-ка я, пожалуй, вот с этих вот, 12-13. Отлично. Выбираем. Подожди. Так, секунду. 20 уровни. Хорошо, сделаем. Ой, подожди, Эйприл, ты здесь пока нам не нужна. Мы с тобой... Как же нам быть-то? Кто у нас массовый здесь? Массовый атакер. Атакер. Массово атакует. Хм. Ну давай возьмем вот так вот. Сделаем. Почему я взял именно мутагеноида? Потому что, ребят, у него есть удар по земле ладошками, который наносит урон всем. Смотрим. Сможет он всех? Ну почти получилось. Я думал, что он с удара всех накроет, но нет. Оу. Что, мы такие слабачки, что ли? Мы что, вообще слабачки, что ли, получается? А? Ну-ка, крикни-ка от души. Крикнул! Сейчас ляжет, нет? Ну-ка, в ладошки. Вот, хорошо. Рафик, не сопротивляйся. Если сейчас Рафик звезданет по кому-нибудь, либо по Кирби, он упадет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Что лучше нам, хильнуться или бомбануть? Давай хильнемся, ну его нафиг. Потому что если он сейчас вжарит, а он вжарит, видите, и пробиваем. Вот так вот будет лучше. А если бы я не хильнулся, скорее всего, Кирби у нас упал бы.
И тогда мы не получили бы того дорогого бонуса, который мы так ожидаем всегда с вами. Ну что ж, 464 мутагена получили мы с вами. И мы перешли уже в элиту. Это уже хорошо, это меня радует. Дальше продолжаем с вами бой и определяемся с соперником. Я хочу взять вот этих вот. Не знаю почему, Мария. Вот нравится мне Мария, и я хочу с ней подраться. Так, давайте-ка мы выберем 23-й и 25-й уровень, да? 23-й, 25-й. Хорошо, я возьму вот так, так, так и вот так. Как думаете, сможем одолеть? Я думаю, сможем. А знаете почему? Хотя, секунду, у него Рокзар. А Рокзар у нас это провокация ходячая, да? Хотя, ладно, у нас Леонардо, предводитель шайки, так скажем. Должны мы, наверное, с помощью... А, тут Рафик есть. Хм. Ну вот, началось. Вот началось. У нас хил... Ой, а у нас хила нету. Давай вот так вот сделаем. Усилим атаку. И начнем уже потихоньку бомбить. Ух ты! А ну-ка, пробьем сразу или нет? Блин, чуть-чуть не хватило. Ай-яй-яй, надо держаться нам, ребят. А если мы вот так поджарим всех? Ха-ха, по красоте. Теперь пробивной. Ну что ты, блин, ну Лео. Ну не мог добить. Вот приходится вот лишний ход тратить. Сейчас будет... Вот стопудово Рафик будет... Сейчас кого-то бомбить. Ага. Сейчас в кого он свои ножички бросит? Наверное, в Рафаэля, да, в этого? Ах ты, гаденыш, я так и думал. Я так и думал, блин. Вот гаденыш, вот что сделал все-таки. Подбил мне, а. Вот хитрозадый он оказался. Ну, я вам еще раз говорю, ребят. Алгоритм ботов здесь сделан так, что они атакуют самых слабеньких или у кого очень мало здоровья. Вот в первую очередь они атакуют именно их. Это я уже вот сколько играю, я это заметил, наверное, еще с первых серий игры. Что они вот всегда атакуют либо самых слабеньких, либо у кого мало здоровья, чтобы добить наверняка. Так оно и идет по сей день. Ну что ж, давайте, наверное, выбирать вот этих ребятулек. Слушайте, а мы не слишком ли газуем с вами, а? По-моему, мы слишком газуем. Тут уже 26-29, мне нужно реализовывать своих слабеньких персонажей. А я щемлю куда-то, сломя голову, как паровоз. Давайте-ка вот эти... Хотя, подожди. 27-й уже уровень, да? Здесь 20-й, 20... Ладно, все равно сгодится. Фиг его знает. Лучше уж пройти наверняка, как говорится, со 100% удачей, да? Со 100% бонусом, чем где-то там гадать чего-то. Поехали. И вначале мы понизим им все. Так вот. Защита понизена, отлично. Давай-ка вот так вот с Криса. Нет, не взяли почему-то мы его в оборот. А так если... Минус. Это уже радует. Так, кого бы нам убрать? Я знаю, что этот будет в провокацию стопудово вставать. Поэтому давайте его бомбанем. О, хорошо как. Ну вот, видите, встает в провокацию. Хиляться я пока не хочу. Я думаю, что нет в этом надобности. Карайк сейчас будет метать. Ну да. Она метает. Но не икру, естественно. Вот, давай. А, хорошо-то как пошло. Добиваем. И остается только лишь Бибоб у нас. Ну, Бибоба мы, я думаю, сейчас легко положим с вами. На лопатки. Я вот сделаю вот так вот. Хильнемся, да? Есть. Ну что ты, родной ты мой. А вот если мы... О, это у него... Ах, это у него провокация. Просто я раньше не делал этот, так скажем, эту возможность, эту специальность. А он провокацию, значит, на себя вешает. Угу, будем знать. Так, ну что, элита 2 звезды, 79-я позиция. Двигаемся дальше с вами. И давайте-ка... Ух ты, 29-й, 26-й, 27-й. Вот этих вот, наверное, будем брать. 12, 14... Неполный бонус, ну ладно. Пригодится. Выбираем. Вот так, Шреддер здесь очень хорошо зайдет, поверьте мне. Он сейчас, если пробафает свою команду, мы просто разнесем в хлам здесь всех, я надеюсь. Так, ну что, приступим, пожалуй, мы с Гека. Да-да-да, надо с него начинать. Черт. Да ладно, Майки, ты такой слабак.
Вот это, по-моему, да, у нас? Да-да-да, вот. Усилили, скорость повысили. Да хорош ты, ну. Майки, успокойся. Выеживается, блин, так и хочет Микеланджело мне забомбить. Но, Шинигами, не подведи. Подвела. Вот, у нас есть хил. Слабенько, конечно, подхилились. Ну да ладно. Что, какой-то крепкий, он заморозка. О, тоже, да? Ладно, хорошо, Рафик. 1-1. А теперь будем разбирать. Начнем мы с вами. Надо Гека уничтожать. Потому что он еще не ходил. Он может сделать ускорение. Да ладно тебе, слабо. Как слабо-то? О, ну-ка. Есть, все. Отлично, ребят. Теперь давайте в оборот брать Хана. Хана нужно тоже уничтожать. О, постепенный урон повесили на него. Ну-ка, пробьем молоточком. Все, ему хана. И теперь уже, я думаю, нам нужно Рокстеди, наверное, уничтожать. Хотя у Рафика, по-моему, да, хитрый удар. Мощный такой есть. О, атаку понизили. Нет, не добил, к сожалению, Бибоп. Слушай, такая щекотливая ситуация сейчас у нас получается. Наверное, все-таки... Давай-ка, наверное, с Майки начнем. С Микеланджело. Ну-ка, бросаем. Ага, мы ему спас... Тихо, тихо, не надо ронять мне Микеланджело только, я прошу. Эть! Фу, блин. Да что ж ты... Да упадет он или... Упал. Хорошо, ладно. Блин, я не знаю, он, наверное, все-таки успеет нам добить. Черт бы их побрал, этих черепашек. Я не знаю, ребят, ну... Какая-то вот карма висит. Хреновая. Вот постоянно нужно вот забомбить. Хоть одного персонажа в моей команде нужно... Вот им нужно вот забомбить, и все. Так они только его и бомбят. Вы заметили, да? Вот они целенаправленно именно его бомбят. Как вот начали с первого своего хода и до последнего же. Жарят и жарят, жарят и жарят. Да что ты будешь делать? Ни на кого не переключается. Именно вот его бомбят. А у меня всего один хил. И то хили там... Как голодранец, елки-палки. Вообще ничтожный отхил. На самом деле. Ладно, повозмущались и хватит. Нам нужно двигаться дальше. Элита, тридцаточки, да? Тридцаточки. Вот, вот этих вот возьмем. 29-й, 30-й уровни. Я думаю, что с ними мы справимся. И у нас тут будет Рафаэль, Леонардо, Кейси и Лисичка. А, и даже Ванька тут. Ванька, встань-ка. Ладно, давай попробуем наказать. Попробуем наказать. Естественно, будем... Слушайте, а что у нас лучше всего прокачано, а? Кулаки пушистой ярости. Прям такое название. Надо наказывать, естественно, Кирби. Это в первую очередь. Нам хиллеры здесь не нужны. На-ка. Блин, да ладно. Что, серьезно, что ли? Да хорош. Кирби всегда был ватой. Как он... Эй-эй-эй-эй-эй. Лисичку мне тут еще... Блин, да что за фигня-то такая? Я не могу понять. Что, какие-то они сильные. Так, хорошо, ладно. Пускай лучше бьют Кейси. Ой, Кейси. Да кого хотят, пускай бьют. Хоть Кейси, хоть Ваньку. Главное, что... Главное, чтобы не лисичку. Ага. Так, добьем, интересно, или нет? Нет. А ты? Да что ты будешь делать? Блин. Горелый. Сейчас, вот точно вам говорю, сейчас что-то случится. Давай попробуем уничтожить. Ага. Получилось. Ну, понятно, вы поняли, да? Я даже не буду ничего говорить. Вы все прекрасно видели. Почему в моей команде всегда какой-то слабачок появляется? Я не могу понять. Вроде уровень неплохой. Но почему такая ватная-то она? Лисичка, я всегда был восхищен, когда против меня играл бот. Он так яростно так против меня выеживался. Я лисичку-то неспроста же хотел себе получить. Я считал, что она довольно сильный персонаж. А получается, что вата какая-то, не знаю я. Ладно, Лига Самураев у нас, я вот хочу вот сюда попасть. Но мне еще рановато, у меня персонажи еще не все отыграли свою роль. Так что начнем вот с Лига Элиты. Три звезды, вот эту вот. Хочу вот с ними потягаться, ну-ка. 33-й, да, уровень, блин. Ну, я, короче, вот так вот сделаю, смотрите. И, пожалуй-ка, возьму я... Хм. К
Кого же мне тут лучше взять? А давай вот так, железную голову. Вы поняли, да? Почему я взял именно железную голову? Потому что у него есть массовый выстрел, удар ракетный. Ну-ка, проверим. Отлично, сработано. И, как говорится, игрочишки мои отыграли роль, и все у нас прошло чин-чинарем. Газуем далее. Почти 1000 мутагена уже зарабатываем. Но все равно мало. Зато мы перебрались уже с вами в Лигу Самураев. 100-е место у нас. Поехали. Определимся. И это будет у нас 36-е. Так, секунду. Секунду, я думаю, кого взять. Давай вот этих вот возьмем. И тут я возьму уже Карайку. Карайка будет кричать. И вот этих вот... Да, вот этих вот ребят возьмем. Слушай, Карайка, если даже не добьет всех, но покромсает довольно хорошо. Она должна покромсать их. Обязана, просто проверим. Только не ты, только... Только не ты, и вот тебе как раз именно... Так, ладно, не будем отчаиваться пока. Еще не все потеряно. Блин, мимо! Ой, Джастин, Донни, да ладно! Хорош! Че, неужели серьезно так вот все? Плохо, блин! Так, ты у меня как, нормуль? Нормуль, давай провокацию. Ой, сейчас, бедный, тебя не закромсают. Ой, закромсают. Сейчас, сейчас этот, наверное... Подожди, попробуем снести Криса. Получится у нас, нет? Ну, почти, но не убили. А так? Тьфу ты! Ну... Давай вот так попробуем еще дополнительную защиту повесить. Пробьешь? Пробил. Ну, хоть здесь что-то сделали. Так, и теперь нам нужно... Блин, давай-ка Рафика попробуем. Прожарим, нет? Ага. Прожарили, ё-моё, аж 20 раз. Так, этот плевок промахивается. Отлично. Пока мы держимся, и это хорошо. А ну-ка. Рафика уничтожим. Минус Раф. Что ты тут делаешь? Бомбу, блин, бомбу. Бумс. Но еще не все потеряно. Секунду, ребята. Я напряжен, елки-палки, я напряжен как никогда. Слушай, этот массовый удар, этот. Ну-ка, ага. Так, тихо. Блин, давай Бакстера попробуем накрыть. Стопудово кого-нибудь мы потеряем сейчас. Вот чувствую, просто потеряем сейчас кого-то. Сейчас вот эти вот бомбанут. Ну... И это был Донни. И я думаю, что не только Донни мы сейчас с вами потеряем. А знаете, в чем была моя ошибка? Хотите, скажу? Потому что в первый раз, когда я крикнул именно Карайкой, змеей, ну вот еще, видите, трупец. Мне надо было сделать не так. Мне надо было вначале кого-то просто атаковать, чтобы Бакстер потратил свой отхил на одного персонажа. А потом уже делать массовый. А я, видите, как сглупил. Ну... Все время вот обжигаешься на одних и тех же дурацких ошибках. И никак себе в голову не вобьешь, что надо сделать так. Ты чувствуешь, что нужно сделать так. Но думаешь, а вдруг прокатит, а вдруг повезет, а вдруг он не пойдет, а вдруг он не сходит первым, а вдруг еще. И вот на таких вдруг мы далеко с вами не уедем, ребята. Понимаете? Алексей, ну что, Алешенька? Сынок, давай, давай, я сейчас буду с тобой драться. И для этого дела я возьму тигра. Да, я возьму тигра и возьму вот этих вот ребятулек. Слушай, я что-то сомневаюсь, хотя попробуем. Я думаю, что они с первого удара не смогут убить у меня моих героев-то. Хотя тут Шреддер, тут Микеланджело. А если мы вот так сделаем? Ну-ка. Оп, хорошо пошло. Ёпрсы, да какого ж ты фикуса, да? Ну зачем ты, блин? Он еще и ускорение делает, а? Он еще и ускорение, и у кого-то крит, еще и отхил. Ну, это вообще просто по красоте, ребята. Это... И... Погоди-ка, я что-то не понял. А как это ты так... Ты только что хилял, и сразу же... Ребят, ну это... Да что за жесть? Я, конечно, понимаю все вот это вот ускорение, но не настолько же, блин. Чтобы, блин, извини меня, за доли секунды сделать суперудар, потом еще и вначале отхилиться, а потом сделать суперудар. Все, ребят, тут вообще профукали мы. Все, я расклеился, по-моему. Расхлебался, расклеился. Тут у меня только, по ходу дела, тигры выживет. Если выживет еще, не факт.
А по-моему, только он и выиграет. Сейчас Ксивера завалят. Да. И будет отдуваться у меня за всех тигр, у которого пониженная скорость, пониженная атака. Вот это не знаю, что такое у него. Сейчас его еще и разберут. А чему тут удивляться? Могут. С полтыка. Промахивается. Шредер, ты что-то уж больно сильно бомбит по нам. Ага, все, по-моему, сейчас мы тут проиграем. Сольемся. Да ну успокойся ты, Шредер, блин. Когда у меня откатится удар-то? А, вот, откатился. Ну и что это мне дало? Да ровным счетом ничего. Сейчас кто-нибудь вот этот... Ну, естественно, естественно, хиляется. Да. Что-то я, конечно, немножко сглупил, понадеявшись на одного лишь только тигра. Да, ребята, с такими темпами мы, конечно, с вами сегодня в самурая трехзвездочный не проберемся. Офигеть, что за невезуха? Тот Tower Conquest у меня не зашел сегодня. Это не мой день. Это Гринч, ребята, это все вонючий Гринч. Он путает козыри. Точно. Я думаю, в чем проблема? Это вот он во всем виноват. Гринч этот. Лазит где-то, блин. От зараза, а? Ну хорошо, хорошо. Я сконцентрировался. Я сейчас буду просто бомбить очень жестко. Возьмем-ка мы... Нет, одного героя я уже брать не буду. Вот так вот сделаем. Все. Зэк знает свое дело. Он сейчас бомбанет, и все у нас будет сразу наладиться. Главное прогнать Гринча с нашего поля. Вот видите? Ну что ты, Майки, уже все, уже поздняк. Уже поздняк тут танцевать свой брейкданс. И тебе тоже поздняк отхиливаться. Потому что Зэк вошел в игру. А ну-ка, прожарь-ка до хрустящей корочки. Даже урона не нанесли. Слушай, я боюсь, если он сейчас звезданет, может у меня кто-то и упасть. Бим-бим-бим-бим, отлично. А если мы вот еще и понизим ему скорость? Ой, по красоте. И добивочный от Зэка. Да, видите, я говорю, главное прогнать Гринча. Я надеюсь, все знают, кто такой Гринч. Но если кто-то не знает, ребят, я скажу, это такой... Не знаю, существо, которое похитило Рождество. Так, ну что же. Мы с вами в Лиге Самураев. Одна звезда, это меня не совсем устраивает. И я хочу сегодня попасть, уж не знаю, каким образом, в Лигу Самураев три звезды. Берем вот этих персонажей. А в принципе мне здесь никого и не надо. Вот их достаточно, чтобы здесь выиграть. Поехали. Наказывать будем. Жестоко наказывать. И такой довольный. Ладно, поехали, ребятули. Ну хорош ты со своими кунаями здесь махать в ответочку. Оп, прилетело неплохо, да ей? Давай сразу же масуху. Отлично. Атаку всем понизили. А теперь еще суперудар от Шредера. Тынч. Карачка отдыхает уже. Это хорошо. Ай-яй-яй, забыл я совсем, что здесь хил-то у него есть. Ладно, это в принципе... Да ты что, припух что ли, Майки? Этот отхилил, этот снял антибафы. Ну-ка, на место, к ногтю все. Давай, бафай, Сплинтер, всех бафай. Усилю кое-как, кое-кого. Ага, блин, я же не это хотел сделать. Слушай, давайте похиляемся тоже маленько, да? Вот, теперь я уже лучше себя чувствую и начинаю потихоньку их разбирать. Так, Гека, твои вот эти вот танцульки здесь нафиг не нужны с этой, со скейтбордом. Ну-ка, падай. Упал. Подожди-ка, Змейковьюн, что мы будем... Давай пробьем, попробуем пробить. Хорошо. Расстрел. Минус. И Шредер, наверное, добьет. Нет, не добил. Жаль, но в любом случае мы здесь никого с вами уже не потеряем. Да, отлично. Полный бонус, полный, как говорится, соцпакет. Получили мы с вами. Двигаемся. 865 мутагена. Блин, крополя получаем, конечно, мы. Но зато самурай 2 звезды. 65-я позиция. Есть шанс, кстати, есть. Вы не думайте, что все так будет плохо. И на этот раз я выбираю вот эту команду. Я выбираю эту команду. Так, 43 и 42 вполне годно. Вот так вот
это будет выглядеть. У меня 45-е бойцы, уровня я имею в виду. И приступим. Даже, я думаю, Пит здесь тоже не особо поможет. Или поможет? Слушай, дай-ка я его попробую немножко похомутать. Ага. А еще вот так вот. Почти, почти получилось. Но не добили, к сожалению. Так, нам понизили атаку. Причем всем. Ну-ка, Пита убираем с поля. Есть контакт. Ну, у нас два... Тихо, у нас два хила. Об этом тоже не стоит забывать. Это Эйприл. Мы успеем, надеюсь, отхиляться-то, эй. Дайте мне... Вот, вот. Бакстер нас выручил. И... Давай-ка вот этого... Микеланджело, говорю, уберем. Ага, убрали. Слушайте, я думаю, что пока не надо нам тратить хилку. Не-не-не-не-не-не, в кого... Я так и думал, я так и думал. Да вы что, издеваетесь, что ли, сегодня? Я не могу понять, а? Вы что, издеваетесь сегодня, что ли, надо мной, блин, а? Черт бы их побрал всех, а? Вот так вот. Ну ведь такая команда... Блин, зря я тогда вот пожанчил хилку. Зря. Ой. Вот она, жадность. До добра не довела. Ну как жадность? Я хотел как лучше, я думал чуть-чуть попозже это применить. Но надо было именно все-таки применить, а не раздумывать. Ведь всегда говорят, да, что первое в голову приходит, то и правильное решение. А если ты уже начинаешь сомневаться, то, как говорится, пошел на попятную. Слушайте, ну есть шанс, мы на 13, на 30-й позиции с вами, да? На 30-й позиции. И у нас еще есть два боя. Да-да, именно два боя, ребята. Вот это будет первый бой, который я сейчас вот делаю. Вот он. И еще за откатики. Да-да, а как же вы думали-то? Это вам не хухры-мухры. И я должен попасть в сёгуны три звезды. Но не забывайте, неделя только началась. Жух. Неделя только началась, соответственно, нас еще не один раз скинут. И не один раз нам придется опять добираться на эти вершины. Так, меня радует. Ну-ка, глянем. Да, вот, ребята, вам и результат. Хорошо, и давайте потратим эти все-таки откатики. Укрепимся, грубо говоря, на этой позиции. Я возьму самого сильного персонажа. Это вот этот вот у нас получается. Сделаем откаты. Я возьму самых сильных героев. Все. И, наверное, одной вертушки Леонардо будет достаточно, да? Ну, в принципе, да. Ну, что тут? Ну, что это за герои, а? Погоди-ка, какой автобой-то? Эй! Кто автобой включил? Я что-то... я не понимаю. Я вроде не нажимал. Какого перепуга? Автобой-то начался. Приплыли, называется. Да хоть ты зачитайся тут свои, хоть ты иммунитет себе повешай тут. Я не знаю, что все равно ничего вас тут не спасет. Смотрите, минус. А нет. Вот так вот самоуверенность, да, минус. А на самом деле не минус. Он выстоял. Ну, теперь ты ему хана. Все. Вот как-то так, ребятулечки. Да, серия, конечно, сегодня получилась, блин, жесткая. Для меня она сегодня была очень жесткая. Враг был очень хитер, подл ко мне. Не прощал мои ошибки. Да. Будет мне, как говорится, в наказание. Буду думать впредь. Я, по-моему, это каждую серию говорю. Буду думать впредь. Почему-то все время проигрываем. Так, что у нас? Как раз, ребята, 10 тысяч мутагена накопилось. И, как я вам обещал, мы будем сегодня апать змею Карай. Ай, красота ты моя, красотулечка. И у нее появляется новая способность, которая называется «Холодные руки». Карай кусает врагов своими змеиными руками. Вероятность 25% вызвать оглушение на один ход. Ну, это неплохо. Правда, шанс не очень крупный, не очень большой. Но все-таки оглушенный враг – это уже хорошо. Так, у нас с вами есть очень много сыра. Давайте-ка мы... Не понял, что такое. А, у нас даже вот так есть. Даже ДНК можно обменять.
Хорошо. А теперь давайте искать кого-нибудь. Ну-ка, Карайка. Карайку мы сегодня искали, точнее, я уже искал ее сегодня днем. И давайте, по-моему, нейтрализатора я тоже искал. Откаты. Тогда давайте его. Он у нас будет следующий, ребят, на пробование. Персонаж довольно неплохой, крепкий. Плюс массовая атака. И я не знаю, что у него там за последняя возможность, за последняя способность. Хотелось бы посмотреть. Угу. Пока вроде бы неплохо у нас идет все. Отлично. Давай последняя попыточка. И нифигашечки. Ладно, я не расстроен. У нас еще время есть. Нам еще паукса надо апать. Так, кого будем еще искать с вами? Давай, наверное, Эйприл. Давай Эйприл. А тут всего три попытки у нас у Эйприл. Первая сработала на отлично. Так, вторая у нас как, пройдет, не пройдет? Прошла. Это уже радует. Ну, давай третью, ну, пожалуйста. Ну, нет. И, кстати, мутаген, да, так по-разному. Иногда соточку могут дать, иногда больше соточки, а иногда всего лишь 30-40 мутагена. А рандом сплошной. И давайте тогда мы с вами поищем Змейковьюна. Оу, не получится Змейковьюна-то поискать. А ну-ка, давай тогда мутагеноида. О, родной наш. Давай, может быть, созреешь еще на одну звездочку. Ух, тихо, тихо, ой, елки-палки. А, все, ребятули, закончился у нас пицца. Пиццелица, хотел сказать. Пицца закончилась у нас. Ну что же, тогда и я буду завершать, пожалуй, эту серию. Всем, ребят, большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то ставим лайк. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Ну а с вами был Рэй, Черепашки-ниндзя-легенды. Всем пока и до новых видосиков.